Всем привет! Сегодня мы с вами дорогу! Всем привет! Сегодня у нас паровозик Томас и его друзья. Да? Я люблю. Ты его любишь? Да. Вот такую дорогу мы сегодня будем строить. Папа нам будет помогать. Я хочу открыть. Давай, открывай. Высыпай все. Ух ты, посмотрите, сколько. Держи, папа. Ты будешь мне помогать. У нас есть сзади инструкция. Вот такие вот детали там есть. И да, покажу. Вот такой вот паровозик там есть. Ой, еще пальмочки. Ну что, начинаем строить? Да. Начинайте. Надевай зеленые штучки на красненькие. Хорошо? Зелененькие. Вот мой зеленый. Вот зелененькая. Одел. Теперь красненькую. Вот сюда вставляй. Эти нам пока не надо. Вторую. Туда, вот сюда надо было. Вот так. Молодец. Это все сам красный будет. Все сам будет. Вот еще одну красненькую. Вот она. На, еще одну вставляю красненькую. Сейчас у нас должен с этих частей получиться мостик. Вот так, молодец. Теперь надо сверху вот так. Ну конечно. Держи. У вас получилось две опоры для моста. Да? Дырочку. И второй от этой части вот сюда. Дырочку. Вот так, нажимай пальчиком. Молодец. Теперь вторую часть. Где второй мостик часть? Ищи. Вот он. Давай, вставляй. Вот. Вот так, да? Теперь нам надо вот такую вот зеленую штучку поставить вот сюда. Вот сюда. Так, теперь нам тут построить надо дорогу на мостике. На мостике и под мостиком. Нам надо скрепить вот такие вот. Одну длинненькую дорогу. Одну длинненькую дорогу и одну маленькую короткую. Давай. Крепляем. Вот. Еще одну надо так же самое сделать. Вот тебе коротенькая, вот тебе длинненькая. Вот так. Теперь нам надо к одной из них присоединить поворот. Вот так? Да. Вот. Теперь к этому повороту надо еще присоединить поворот. Вот. Получилось? Мам, смотри. Ух ты, какая у вас дорога получается. Если бы вот там стоит, смотри. Видишь, оно там стоит. Так, теперь с этой стороны надо присоединить. Молодец. И еще один поворот. Ручками берись. Теперь надо ее поставить вот сюда, в дырочки, папа. Ой, надо же посмотреть, где там дырочки. Вот, видишь, дырочки, раз. Попали. Я вижу, где дырочки. Давай, попадай. Есть? Да. Вот, видишь, как у нас получилось. Вот так. Вот такой поворотик сюда. Такой? Да. Теперь нам надо... Мама, вот такая дорога, она будет вот так, наверное. Вот сюда, вот это. Сюда, вот это? Типа вот. Это подъем. Вот так теперь.
он так поднимает, вот так. Ну да. А что он так пойдет, вот так? Угу. Теперь вот эту дорогу вот сюда надо присоединить. А чего? По мостику будет ехать. Нарисовано. А чего? Сначала под мостиком, а потом по мостику. Пиши. Смотри внимательно. О. Это что? Молоток едет, едет, молоток. И вот и оттуда вот так. Поворотика. Соединил? Молодец. Так. Надо сделать круг. О, одну папа нашел. А, это вторая. Здесь такое дело. Теперь к ним надо присоединить две прямые. Вот так соедини. Все, пап. Все, присоединил. И надо к этой присоединить одну прямую. Вот так. Есть? Теперь ее будем ставить вот сюда. Вот, молодец. Леша. Ну, теперь ну, вставляй штучки соединять. Ух ты, какое у вас уже колесо получилось. Ничего себе. Что, круто? Конечно, круто. Круг большой, да, получился? Будете его как-то присоединять? Да. Ну, давайте. Вот эти два поворотика надо вот сюда присоединить. Вот. О! Молодец. Мам, вот ты вот сейчас пишешь. Теперь вставляй красную вот сюда. Вот сюда? Вот так. А теперь вот эту дорогу надо... Вот, видишь, там попасть надо снизу? Я? О! Вот так. Надо присоединить поворот туда, к повороту. Теперь вот это надо присоединить вот сюда. Да. О, и еще один маленький поворотик, да, нам надо? Да. Вот сюда повернуть. Все. На, вот это и вот это соединить. Вот так сумма, блин, надо вот так кушать. Ура, дорога почти готова. Да. Что вам осталось поставить? Шлагбаум? Почти готово, мам. Почти готово, да? Я поставлю. Фу, не-не. Куда? Вот сюда, под мост. Под мост? Сюда? Угу. Так, теперь нам надо еще поставить пару опор. Все, отдел? Да. Будем ставить? Надо нет. Одну вот сюда поставить, там в дырочки попасть. Старайся, старайся, попал. Надо еще одну вот сюда. Смотреть. Есть. Одну вот сюда. Вот так. Все, опоры выставили? Еще надо желтенькие опоры повыставлять. Помогай папе выставлять опоры. Все? Да. Все это ставлю? Поставь ложечки. Сюда? Угу. Мам, ну что, запускаем? Давай. Ого! Как он быстро? Как он быстро едет? Ничего себе! Ух ты! Ой, шлагбаум чуть не снес.
Ничего себе, как он быстрый. А ну, давай его остановим. Все, остановился. Давай развернем его в другую сторону. Давай. Поднимай шлагбаум. Все. Ничего себе, смотрите, как он классно ездит. Да, быстро. Фары светятся, да? Быстро. И быстро. Классно, да? Быстро. Угу. Опускай, опускай. Ой, чуть кёмчика не сбил. Сейчас он остановится на шлагбауме. Он когда нажимаешь на его нос, то он останавливается. Так он с такой скоростью, он чуть шлагбаум не снес. Ну, да хорошо, вот, вот так. А ну, давай попробуем. Здесь. Классно? Все, остановился. Артемчик, тебе понравилось то, что ты сегодня делал? Твоя да. дорога? Ребята, вам понравилось наш паровозик Томас и его дорога? Да! Тогда ставьте лайки и пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!